Здравствуйте, это программа «В центре событий», в студии Дмитрий Подлесной. Для начала коротко о главных темах этого выпуска. Будем растить своих Шараповых, Сафиных и Кафельниковых. Югра и Федерация тенниса России подписали соглашение о сотрудничестве. Дума Сургутского района приняла бюджет муниципалитета. Большая часть средств запланирована на социальный блок. И сургутская команда веселых и находчивых борцы готовится зайти в высшую лигу КВН. Ребята пишут шутки для большого фестиваля в Сочи. Развитие и популяризация. Правительство Югры и общероссийская общественная организация «Федерация тенниса России» заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили губернатор Наталья Комарова и президент объединения Шамиль Тарпищев. Как отметила глава региона, работа над соглашением велась несколько месяцев. Сегодня в автономии около 1500 теннисистов. Этот вид спорта развивается в 17 муниципалитетах округа, наиболее активно в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе и Югорске. При этом с каждым годом количество атлетов и проводимых соревнований растет. Заключенный документ должен дать новый импульс для развития тенниса в Югре, поскольку предполагает проведение важных мероприятий. Согласно документу, в период с 18 по 23 годы в автономном округе Федерация проведет международные всероссийские соревнования по теннису. Помимо этого, в совместном плане создания новых спортивных сооружений, организация тренировочных мероприятий членов сборной команд России. Импульс для развития плавания в Сургуте вместе с тем должно дать открытие 50-метрового бассейна. Его общественная приемка состоялась сегодня вечером. Участие в ней принимала губернатор Наталья Комарова. Напомню, объект стоимостью около 600 миллионов рублей возводили 3 года. В новом бассейне 2 чаши, одна на 25, вторая на 50 метров, есть тренажерный зал. Спортивное учреждение полностью оборудовано по требованиям доступной среды. Заниматься в нем смогут не только профессионалы, пловцы и синхронисты, но и все желающие. К тому же, вероятно, на базе бассейна откроют отделение водного пола. Подробности расскажем в следующих выпусках программы «В центре событий». В Югре, между тем, обсудили развитие телемедицины. Это направление в здравоохранении сегодня в нашем регионе является одним из передовых. Врачи окружных медучреждений не только консультируются с коллегами из других городов, но и также помогают медикам из лечебных организаций автономии. В правительстве обозначили, что в некоторых больницах в Югре по-прежнему нет доступа к всемирной паутине. Конечно, касается это отдаленных поселений региона. Еще более чем в 100 учреждениях, чтобы получать полноценные консультации, нужно увеличить скорость интернета. Из 301 подразделения в составе 97 медицинских организаций к подключению определены 202. Неподключенными к интернету остаются 8. Это менее 1%. И в 112, 55%, необходимо выполнить работы по увеличению скорости до рекомендуемой Минкомсвязи России. Мы для себя на следующий год ставим как одну из задач избавить врача от возможности ведения бумажной истории болезни. В этой связи, конечно, тоже без интернета нам не обойтись. Югра заняла 6-е место в России по коэффициенту естественного прироста населения. В 2016-м в округе родилось почти 19,5 тысяч человек. Как отмечают журналисты телеканала «Югра», это на 2000 меньше, чем годом ранее. Однако такие показатели по снижению фиксируют по всей стране. Объясняется это сменой поколений и репродуктивного возраста. В уходящем 2017-м, добавлю, в регионе удалось снизить число абортов на треть и вместе с тем увеличить количество процедур ЭКО в 1,5 раза. По коэффициенту рождаемости мы с вами занимаем 9-е место. В прошлом году у нас также в рейтинге субъектов мы были на 9-м месте. Показатели составляют 14,2 на 1000 населения. По коэффициенту смертности мы занимаем 5-е место с показателем 6,2 на 1000 населения. В прошлом году мы также находились с вами на 5-м месте. Депутаты Думы Сургутского района приняли бюджет муниципалитета на следующий год. В целом объем казны превысил 10 миллиардов рублей. Расходов запланировано больше, чем доходов, на 400 миллионов рублей. Отмечу, что эта цифра увеличена вдвое по сравнению с аналогичным показателем этого года. Администрация Сургутского района планирует погасить возросший дефицит за счет внутренних резервов, без привлечения займа. Запланированные средства в большей степени потратят на решение социальных вопросов.
Даже с учетом того, что он у нас дефицитный, бюджет у нас все равно социально ориентирован, потому что есть они приоритетные направления, на которые, значит, направлены расходные средства. Это муниципальные программы, такие как улучшение жилищных условий жителей Сургутского района, как раз, что это основное, это ликвидация приспособленных для проживания строений. Болочная, потому что мы ее еще не полностью закончили, эту программу. В этом году проведена очень хорошая работа. В следующий год, я думаю, мы эту программу уже закроем полностью. В качестве источников подпитки казны в Сургутском районе наметили несколько направлений. Во-первых, увеличение эффективности использования бюджетных средств, в том числе и в части экономии при проведении аукционов. Во-вторых, это рост налоговой базы муниципалитета. Уже в этом году такие поступления в местную казну увеличились на 2,5%. Власти района говорят о том, что на территориях поселений выросло количество предпринимателей. Это означает дальнейший рост финансовых поступлений от налогов на доходы физических лиц. Ведь увеличивается и количество рабочих мест. Что касается этих двух проектов, их никто, как говорится, не вычеркивал. И в перспективе все-таки эти инвестпроекты, я думаю, будут реализованы. Там достаточно приличное финансирование требуется. Это проекты не одного года, и вы понимаете, такие проекты не решаются в течение короткого периода. Но работа в этом направлении ведется. Глава Сургутского района ответил на вопросы населения в прямом эфире. Андрей Трубецкой провел такую конференцию в интернете. Пользователи оставляли вопросы в блоге руководителя муниципалитета в течение 2 недель. Жители района в основном интересовали стоимость квадратного метра жилья при переселении, работа по признанию ветхого жилого фонда аварийным, транспортные развязки, строительство новых дорог и переправ, расценки на оплату жилищно-коммунальных услуг, вопросы по капитальному ремонту, строительству и ремонту спортивных сооружений. Спросили у Андрея Трубецкого и про его блог, про идею и эффективность. Людей над одним выпуском задействовано 2, собственно говоря, это я и оператор. Значит, ни копейки бюджетных средств на это не тратится. Съемки мы ведем всегда либо в выходной день, либо без оплаты, либо во внерабочее время. Вот сегодня уже, сейчас мы 8 час вечера. Стоит ли всем людям у власти так делать? Не знаю, это личное дело каждого. Андрей Трубецкой напомнил, что принял решение создать и вести блог в YouTube, потому что площадь Сургутского района достаточно большая. И объехать все поселения не получается даже за месяц. А интернет сегодня хороший способ держать население в курсе всех новостей. Оперативно, доступно и порой менее официально узнавать о всех проблемах и доводить нужную информацию. В завершении конференции пользователи поздравили главу муниципалитета с наступающим Новым годом. Андрей Трубецкой ответил тем же, пожелав жителям здоровья и всех благ. В госавтоинспекции Сургутского района фиксируют увеличение числа жертв и пострадавших в ДТП. С начала года на дорогах муниципалитета произошло почти 200 аварий, в которых 53 человека погибли и 300 травмированы. Годом ранее дорожно-транспортных происшествий было больше. В них скончались 46 человек, около 300 обратились за помощью в больницу. Увеличение аварийности сотрудники ГИБДД связывают с несоблюдением правил дорожного движения и хорошим состоянием самих автомобильных дорог, которые позволяют развивать высокую скорость. Из данного числа дорожно-транспортных происшествий, 32 дорожно-транспортных происшествия зарегистрированы с участием детей и подростков до 16 лет, в которых 7 несовершеннолетних пассажиров, из них, которые были пассажиры, погибли, и 34 получили травмы. Большая часть аварий, в которых погибли или пострадали дети, произошла на загородных трассах. Между тем, в целях формирования безопасного поведения несовершеннолетних на дорогах и профилактики травматизма в образовательных учреждениях Сургутского района реализуются 23 программы. Более 20 детских садов имеют мобильные автогородки. В 4 школах есть кабинеты по изучению ПДД. Регулярно обновляются безопасные маршруты ребят от дома до учебного заведения и обратно. Формируются и работают отряды юных инспекторов дорожного движения. Проводятся конкурсы рисунков. 51 организации на сегодняшний день проведены родительские собрания с участием представителей ОМВД России по Сургутскому району, общественными организациями с целью разъяснения ответственности за жизнь, безопасность детей в период новогодних праздников и зимних каникул. Также были проведены инструктажи, классные часы с обучающимися по вопросам безопасности.
Чиновники и полицейские Сургутского района заверяют, что на строжайшем контроле находится и организованная перевозка детей. В этом году инспекторы ГИБДД лишь однажды сопровождали организованную колонну с несовершеннолетними. В нее, по правилам, напомню, должны входить как минимум 3 автобуса. Остальные подают в госавтоинспекцию уведомления о намерении выехать за пределы муниципалитета. Таких документов на рассмотрение поступило более 300. Сотрудники ГИБДД в каждом случае должны осмотреть транспортное средство, проверить водителя и выдать ему разрешение на выезд, либо отказать. У нас есть предприниматели, которые включились в это движение, были приобретены специализированная техника, и сегодня они точно так же предоставляют эти услуги. Поставщиками услуг у нас является «Автотриада», индивидуальный предприниматель «Вакуленко», индивидуальный предприниматель «Гельманова» и общество с ограниченной ответственностью «Северстройтранссервис». Мы понимаем, что те транспортные организации, которые оказывают эти услуги, они включены в реестр, они сертифицированы, и они гарантируют качество этих услуг. Сотрудники экстренных служб в связи с приближающимися новогодними каникулами перешли на усиленный вариант несения службы. В ГИБДД Сургута личный состав работает в таком режиме с 20 декабря. Дмитрий Круковец и Сергей Коликов съездили в рейд с дорожными полицейскими. Поздно вечером в минувшую субботу промышленную часть города заволокло дымом. Очаг возгорания находился у дома на Индустриальной 16, строение 6. Неизвестные разожгли огонь в контейнере, в котором в основном находилась проводка. Вероятно, таким образом предприимчивые сургутяне получали цветной металл. Прибывшая на место бригада пожарных в течение нескольких минут справилась с возгоранием. Около часа ночи в пожарную охрану поступило сообщение о том, что в многоэтажке на Усольцево 26 чувствуется сильный запах гари. На место выехали бригады МЧС и скорой помощи. Оказалось, что в одной из квартир подгорела пища. Ночью в субботу на перекрестке проспекта Мира и улицы Островского столкнулись Deo Nexia и ВАЗ-2109. Водитель иномарки пытался проскочить на запрещающий сигнал светофора и не успел увернуться от уже тронувшейся девятки. Хотя удар был довольно сильный, обошлось без пострадавших. Не успел повернуть. Вы не успели? Да. Получается, откуда ехали? Я с Мира. Увидели его или что? Не увидели его или увидели? Поздно. Нет, увидел, не успел остановиться. А вот в другой аварии один из участников все же обратился в травмцентр с жалобой на боль в шее. Восстановившийся на красный сигнал светофора Hyundai Elantra влетела Toyota Corolla. Виновник аварии оказался под шофе, хотя и пытался это отрицать. Скажите, алкоголь употреблялись? Нет. А почему пахнет от вас? От меня не пахнет. От меня не пахнет. Мужчина устроил цирк, то соглашаясь, то отказываясь показать документы. В левом кармане у вас есть документы? Еще зачем мои документы? Бакир, вы что, не понимаете, что ли? Я сотрудник. Камеру убейте. Документы в итоге все же нашлись, на мужчину составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Еще одного нетрезвого водителя остановили на улице Привокзальной. Volkswagen вызвал подозрение у полицейских, и служебная интуиция инспекторов не подвела. Делаем глубокий вдох в себя и выдыхаем в трубочку. Дуем сразу же. Все? Вдох, да. Дуем. Щелчок произошел, все. Давайте я буду держать. Вы видели и понятые, и вы. 1,31 миллиграмм промерили, товарищи понятые. Допустимая норма оказалась превышена в 8 с лишним раз. Мужчину отстранили от управления, и ближайшие как минимум 1,5 года ему придется пользоваться услугами такси или общественным транспортом. Точный срок лишения водительского удостоверения определит суд. Вы что, репортаж делаете? Ну да. Почему сели за руль выпившие? Ребят, звоните. Честно говоря, идите в баню. Не, ну все-таки. Без вас точно. А в ночь с субботы на воскресенье полицейские задержали 13 нетрезвых водителей. За весь минувший уикенд цифра по количеству пьяных за рулем составила 25. Один человек попался в подвыпившем состоянии за управлением авто повторно. Против него будет возбуждено уголовное дело. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.
В галерее «Стерх» проходит выставка «Искусство Японии». Вниманию гостей – живопись на свитках, каллиграфия на веерах, гравюры, аксессуары художников, фотографии современной страны восходящего солнца, предметы быта, сувениры. На открытии гости поучаствовали в японской игре медитации «Гора камней», в мастер-классе по написанию иероглифов, а также попили чай по всем традиционным канонам. Организаторы заметили, что выставки японского искусства пользуются популярностью, поэтому их периодически проводят в «Стерхе» на протяжении 15 лет. Эту экспозицию можно посетить до 4 февраля наступающего года. Выставка представлена обществом российско-японской дружбы и Марины Галамидовой. Это коллекционер, знаток, просветитель японской культуры, автор учебника, уже получила орден от японского посольства за свой вклад, в самом деле очень большой. Сургутская команда КВН «Борцы» примет участие в Большом сочинском фестивале. Мероприятие «Веселых и находчивых» стартует в первых числах января. По итогам распределятся места в лигах КВН. Всего на фестиваль приедут больше 500 команд со всей страны. Соревнование пройдет в 3 этапа. Первый отборочный, где жюри нон-стопом будет отсматривать выступления и принимать решение, кого пропустить дальше. Лучшие проходят во 2-й этап, по итогам которого собирается, собственно, программа. В галоконцерте будут участвовать не более 20 команд. В итоге огласят, кто из победителей прошел в ту или иную лигу КВН. Очень большой и очень крупный фестиваль, то есть там большая гостиница, она вся заселена КВНщиками, это все очень весело, очень интересно происходит. Все титулы аннулируются, ты должен по-новому показать, доказать всем, что ты смешной, что ты сможешь рассмешить. «Великолепная пятерка» и «Леди Вратарь». В Ледовом дворце Сургута состоялся открытый турнир по хоккею «Морозко». Участники – юношеские команды, впрочем, спортсменам всего по 7 лет. В составе одной группы оказалась и девочка Таисия Кноблих. Это спортсменка из Лангепаса, которую уважают не только свои, но и соперники. Таисия – бессменный вратарь команды «Сибирь» и одна из самых опытных игроков в своем возрасте на льду уже 4-й сезон. Поэтому никто не удивился, что хоккеистку объявили лучшим вратарем турнира. А вот ее команда, увы, победителем не стала. Я как могла, так и старалась, помогала команде. Ну, пацаны же тоже устали. Ты как подбадриваешь команду? Ну, их подбадривает мой тренер Костин Васильевич. Он им говорит все время: делайте так, я вам дам конфетку. Свои медали, кубки и сладкие подарки перспективные, но еще юные хоккеисты получили из рук лучшего Деда Мороза России. Титул волшебнику присвоили по результатам профильного съезда в Ханты-Мансийске в этом году. Среди победителей турнира также Кирилл Кулагин из команды «Олимпиец Сургут» и Ярослав Скаврон, команда «Юность Мегион». В общем зачете победу одержал наш олимпиец. Им достался главный кубок турнира. Победить не помешал и тот факт, что для сургутских ребят это были первые в жизни официальные соревнования. Да, мы старались. А у вас первая вообще победа такая? Да, это наш первый турнир. На этом у меня все. До встречи в эфире и берегите себя. В магазине «Вита Понти» новогодние скидки от 30 до 50% на все шубы, зимнюю кожу и текстиль. Сургут, ТЦ «Агора» и ТЦ «Рандеву». «Вита Понти», подари себе праздник. В новогодние каникулы 8 января встречайте в Ледовом дворце спорта. Магическое ледовое шоу для всей семьи из Санкт-Петербурга «Алиса в Зазеркалье». Билеты на сайте kassadefisyugra.ru. Ивановский текстиль объявляет новогодний марафон скидок до 50%. Порадуйте родных и близких выгодными покупками. Улица Декабристов, 1А, напротив ТЦ «Витьба». Телефон 760-456. Профессиональные мастера из Таиланда в салоне спа-массажа «Тайрай». Не знаете, что подарить? Подарите себе и своим любимым красоту, здоровье, молодость. С любимыми не расставайтесь, с друзьями почаще встречайтесь и праздники со вкусом отмечайте. Ресторан «Аккорд» предлагает проведение любого торжества под ключ на высшем уровне. Оформление зала в подарок и скидки при заказе банкета в будни. Ресторан «Аккорд». Звоните 33 55 00. Пусть удача и везение погостить зайдут ко всем, и с хорошим настроением остаются нас совсем.
Натуральные торты от компании «Вега». Их можно купить в фирменном магазине «Золотой ключик» или заказать через интернет surgutor.ru. Торт от компании «Вега» – это «Золотой ключик» к вашему празднику. Проспект Ленина, 66/2. Торговая марка «Ринго» представляет изысканные украшения для настоящих ценителей ювелирной моды. Коллекции восхитительны и неповторимы. Блеск бриллиантов и искусная работа завораживают. Выбирайте лучшее для своих любимых. Ювелирный салон «Ринго» – шкатулка фамильных драгоценностей. Новый год – пора чудес и волшебства, пора счастья в душе и семье, пора подарков и исполнения желаний. Новогодние, но такие реальные цены на жилье от 1 миллиона 600 тысяч рублей и экономия на ЖКУ до 30% в подарок от компании «Сибпромстрой». Подробная информация на сайте sps.com и по телефону в Сургуте 600-190. Компания «Сибпромстрой». В Новый год, в новый дом. В магазине «Российское золото» новое большое поступление ювелирных изделий. Кольца обручальные классические и оригинальные. В ассортименте кольца, серьги, часы, подвески, печатки, брелоки на любой модный каприз. Улица Григория Кукуевицкого, 10/1. Телефон 32-16-82. И о погоде на 26 декабря. Здравствуйте, в студии Дина Кристия. Во вторник погода в Западной Сибири обусловится областью пониженного атмосферного давления с повышенной концентрацией облачности и вероятностью небольших очаговых осадков при усилении морозов, из-за чего температурный фон придет в норму. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно, с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха -15, -23. Утром переменная облачность, преимущественно без осадков. На столбиках термометров около 23 градусов мороза. Днем с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Направление силы ветра не изменится. Температура 16-22 ниже 0. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима» из Германии и Финляндии. Подарочный сертификат салонов обуви «Саламандр» – удачный выбор. Согрейте вниманием своих близких. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба. Хочу праздник! Хочу праздник! Праздник продолжается! В магазинах «Карапуз» вас ждут подарки и скидки, а также любимые игрушки по сказочным ценам. Сеть магазинов «Карапуз» – все лучшие детям! Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Телерадиокомпания «Сургут-Интерновости» поздравляет всех с наступающим Новым годом. Ежедневно по будням включайте канал «Сургут-24» в 7 и 8 вечера. Участвуйте в удачной минуте и выигрывайте замечательные призы. Розыгрыш состоится с 1 по 29 декабря. Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы. До свидания.